Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Ну, дождались мы Анатолича. Сейчас будем все посмотреть. 120-й, красный. Какой он на самом деле, тяжелый, не тяжелый. Про него я снял полностью все характеристики. Вес, диаметр. Предположительно, проволоку взяли за 9,7 в открытых источниках. Получилась такая же проволока, как у меня на двух красных 110-х, 9,75. Первый пришел 25 января 2020 года от Саши Пилосова и был он с проволокой 9,58. Тогда Александр Анатольевич закрыл его с весом 25 килограмм на 7 раз. А в феврале, спустя пару недель, приехал и начудил. Он взял вплотную к пружине и практически затянул его через веревку, вплотную держа кисти к пружине. Ну, соответственно, потом пошли закрытия с 5 килограммами, 7,5 килограммами. Всего 3 110-х побывало в обители. 2 мы вскрывали, рассказывали, а третий Алексею Ручеву без вскрытия отослали. Ну, в смысле, без работы с ним, только показали параметры. Ну, давайте проверим. Дима Пономарев, тебе огромное спасибо за предоставленный твистер. Как ты просил? Резиночка, сейчас, смотрите, покажу я, чтобы вы верили, что это так и есть. Значит, берем резинку. Вот эта резинка No Name. Вот, возьми. И она у нас вот 29 миллиметров. 29. Вообще стандартная как бы 32. У меня вот эта No Name 29, такая же, как и с именем Хват, красная 22 миллиметра. 22 равно 29. Дима Пономарев сказал: Вадим Иванович, попросите Анатолича первое с резинкой попробовать. Именно 29 миллиметров. Ну, выполняем просьбу. Итак, новый твистер. Анатолич его еще даже ни разу не попробовал. Только потрогал, подержал в руках и все. Он его не сгинал. Что, как... Посмотрим. То есть мы выполним просьбу, потом через ногу. Потому что у Анатолича два раза получилось подряд с двумя разными красными 110-ми по 12 раз через ногу. Смотри, может мешаться тебе эти лемки будут. Кисти полностью берешь? Нифига ты руки поставил. Да куда ты руки так поставил? А как так? Да ладно тебе, ты что, с ума сошел? Конечно так. Да ладно, ты не бери, ты за края нормально возьми. Ну полностью, что ты пугаешь-то, ребят? Ну давай так. Давай. Ребят, 29 миллиметров, никаких тут нет у нас, чтобы она нарастила свою мощь. Для моего роста, ну мы примерно одинаковые, это 12 килограмм тяги. Ну давай, Анатолич, пробуй. Вот такой подарочный 120-й. Спини немножко вот кисти. Ну вот, с 29 миллиметрами. Ну, что было известно изначально, и я, Дим, тебе говорил, Пономарев, что Анатолич, ну, не знаю, что его остановит. Посмотрим, что его остановит. Будем сразу или перерывчик сделаем. Давай чуть-чуть. Отдохнем. Отдохнем, я все склею, потом вы все увидите.